В Новосибирске упорядочат езду на электросамокатах. Сегодня депутаты городского совета решили обратиться к премьеру Мишустину с просьбой уточнить статус самокатов, моноколес, гироскутеров и внести популярные транспортные средства в правила дорожного движения. Необходимо ввести в кодекс административных правонарушений изменения, где можно было, на основании которых можно было штрафовать за нарушение там, скоростного режима и так далее. А вообще, конечно, появление вот такого количества электрических самокатов в городе – это новое явление. И, конечно, сегодня задача городских служб, прежде всего служб транспортных, связанных с дорожным хозяйством, и, конечно, регулирование безопасности, прежде всего пешеходов и самих управляющих с этими самокатами. Еще один из вопросов, который вызвал жаркое обсуждение на сессии городского совета – обустройство детских и спортивных городков. По программе «Территория детства» за 2 года в разных районах города установили более 60 таких площадок. Программа заинтересовала горожан. Сейчас решается вопрос о ее продлении. В этом году запланировано установить еще 50 игровых и спортивных городков. С нашей точки зрения, с точки зрения депутата фракции КПРФ, было бы правильно, если бы эти детские спортивные площадки, которые устанавливаются за деньги областного бюджета, они устанавливаются не за членский взнос или пожертвования, так сказать, одной конкретной партии «Единая Россия», они устанавливаются за деньги областного бюджета, чтобы места размещения этих детских и спортивных площадок согласовывались на территориях со всеми депутатами, независимо от партийной принадлежности. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.